Собаки погрызли. Внешний вид Подольска испугал россиян. Певица выложила в Инстаграм новые снимки. Наталья Подольская предстала в наряде, вызвавшем недоумение у поклонников. Наталья Подольская рассказала, что впервые стала членом жюри. Отбираем таланты среди работников Роснефти. Этот корпоративный фестиваль проходит по всей России уже 9 лет. Мне кажется, это очень круто. Люди имеют возможность заниматься творчеством и получать призовые места. Такое внутрикорпоративное соревнование. 30-го финал. Я очень рада была стать частью этого праздника. Орфография и пунктуация автора сохранены, сообщила певица. На фото Натальи запечатлена в асимметричной блестящей юбке, трикотажной кофте с бахромой и остроносых ботильонах. Образ дополнен поясной сумкой. Внешний вид звезды ужаснул россиян. Как собаки погрызли. Почему вы всегда выбираете остроносую обувь? Ни одной кажется, что она превращает женскую ногу в гигантскую. Наряд ужасный. Боже, ощущение, что напялила первая попавшаяся. Высказались подписчики Натальи Подольской. Публикация фотографии из Инстаграм. Между тем супругу Владимира Преснякова считают одной из самых стильных женщин в отечественном шоу-бизнесе. Наталья Подольская следит за модными трендами, удачно сочетает разные стили и не боится экспериментировать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Дома совсем другой. Дочь Глаголевой показала истинное лицо зверя. Овечкина. Органы изъяли. За что в Турции убили российскую красавицу Угадель. Теперь нас трое. Покалеченная любовница Виторгана сделала заявление. Странная выходка беспардонного Лукашенко возмутила народ. И многое другое.